Привет! Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Террариум. Это игра о бессмысленных разрушениях. О, нет! И в ней, к сожалению, нет русского языка. И еще можно вот так забаговать кнопку. Я не знаю, может, это так и задумано. Плей, здесь 24 уровня. Плюс можно создавать свои. Ну ладно, посмотрим. Что приготовили сами разработчики? Уровень 1. Надеюсь, что рано или поздно здесь появится русский язык. Тогда можно будет вдоволь насладиться этой игрой, а пока что придется просто разбираться. Вот у меня есть вот такие вот говнюки, но я не знаю, как ими стрелять. Возможно, мне сейчас просто нужно идти. Так. Я половину профукал. О, боже. Почему ничего не работает? Я их звать могу? Блин, а если я сюда спрыгну? Можно я это перезапущу? У меня кнопка стрельбы не работает. Это нормально? Не надо спать, пацаны. Я не знаю, мне нужно было сюда спрыгивать, нет? Просто там вон что-то интересненькое. А здесь ничего нет. Вон оно что. Сначала надо целиться. Да блин, я своих пацанов не бросаю. Идем. Блин, они походу баганули. Ладно, пока. Не особо-то вы мне и нужны. Мне и без вас хорошо. Блин, а я смогу зайти обратно-то? Или нет? Или это конечное? Ясно, мне надо перезапустить уровень. Все, идем. Смогу ли я это разрушить, если просто буду их бросать? Да. Они дохнут. Ну, блин, сорян. Мы победили. Все так просто. Ладно, следующий уровень. Что? Какая там кнопка? Я не вижу. А, ну это я и так понял. Без них, спасибо. Все ко мне, пацаны. Этот застрял. Я так понимаю, здесь пока не без багов. А вообще игра действительно бессмысленная. Они просто не хотели, наверное, заморачиваться над сюжетом. Это не так сложно. Но, возможно, в дальнейшем тут хоть что-то появится. Стрелочка указывает сюда. Привет, мужик. Что там написано? Ладно.
Я не все подсказки прочитал. Но все равно я эту игру не буду проходить, пока здесь не появится русский. Потом я подумаю. Что? Блин, они дохнут. Я подхожу к черепам, они оживают, потом они снова дохнут. Какая там кнопка, блин? Как приблизить? Тап. Что? Неудачно получилось. Они цвет поменяли или что? Ну вот, я могу тип менять. А эти не могут ломать ничего. Но может они могут проходить? Да, конечно. Так же бомбят. Control. А почему тут показано правая кнопка мыши, а я левую нажал? Что это такое? Блин, пацаны. Я остался один. Ну ладно, я профукал. Я понял то, что надо было там тип поменять. Блин! Да не дохните, ну вы чего? Может, я типа туда прыгаю? Да. В общем, куда я прыгаю, надо отмечать. Сейчас все точно будет. Ко мне, братва. Держимся все рядом со мной. Отлично. Мы прям команда. Блин, это кнопка. Ой, блин. Ой, блин. На какую-то кнопку им можно сказать спать. Не та кнопка. Мне кажется, это конец. Ко мне. Вот же, блин. Почему так сложно? Все, зовем братву сюда. Ломаем это. Зовем всех. Вот они тусуются, тусуются. Меняем тип. Как они сдохли? Вот глупые. Да блин, почему я Ctrl нажимаю? Я просто просираю их. Они вернутся или нет? Они, похоже, не вернутся. Хватит взрываться. Зачем эти кнопки так близко расположены? Меняем тип. Так, вы меня ждете? Мне не хватает. Но он не может поставить, мне не хватает. Да серьезно?
Этот уровень какой-то непроходимый. Все. Я не путаю кнопки. Двух хватает, чтобы разрушить. Не надо борщить. Я обычно по 5 бросаю. Так, все ко мне. Никто не дохнет. Меняем тип. Оба. Так, ко мне. Да блин! Ладно. Пока все нормально. Спать. А я новых не могу, что ли? Как они размножаются? Да ё-моё, нафига они сделали эти кнопки так близко? И почему на одну и ту же? Лучше бы, чтобы эту фигню поставить, блин, нужна была правая, а там левая. Я просто в управлении путаю. Да боже! Это крайне неудобно. Нашел. Да ё-моё! Можно я эту кнопку просто отключу где-нибудь? Нафига мне вот это вот? Я не пойму, что это делает. То есть, если под конец у меня не будет 5 штук, то я проиграл? Ну ладно. Кое-как прошел. А это был всего лишь третий уровень. Их тут 24. Вниз я листать не могу, поэтому 24-й, наверное, последний. Тут у меня один тип. Уродцев. Ага. Да-да. Пока. Сейчас все будет. Я хотел поближе подойти. А они будут дохнуть здесь? Вот здесь что написано-то? Их можно спать заставить. Это я знал. Да ё-моё! Спать! Они не выйдут оттуда, да? Да ё-моё! Надо их как-то перекинуть, чтобы они потом за мной не бежали. Еее! Не та кнопка. И быстрее бежим. Бабка. Все, спрятались от них. Этот уровень был простым. И коротким. Что это такое? Извини, друг. Мы найдем тебе замену обязательно. Все ко мне, хватит разбегаться. А я не могу здесь пройти? Нет. Придется жертвовать своими детишками. Мы ведь команда. Если я пойду налево, то там не тупик. Или могу пойти направо. Ладно, у меня их дофига. Пойдем направо. А возможно, потом там был тупик. Да-да.
ладно. О, само взорвалось. Не пришлось пацанами жертвовать. Не отставай. Ну, этот уровень тоже довольно простой. Даже если бы я пошел в другую сторону. Все равно мне хватило бы. Шестой? И как это работает? Может, если я их сюда закину, эта фигня опустится? А теперь... Пошли вон! Ждите меня, я за вами вернусь обязательно. Этот уровень тоже простой. Как-то странно здесь все. Ладно, я все понял, конечно. Ой. Это гореть не будет? Горит. Бабка, не застревай на пустом месте-то. Что здесь такое? Она вот сюда не хочет идти. Ясно, я так и думал, через другую сторону нам придется идти. Так, это сгорело. Сейчас и это сгорит. Так, отступаем. Пацаны, не расходимся. Все. Тоже несложный уровень. Восьмой. Я такими темпами всю игру пройду. Что это такое? Пока. Удачи. А я не могу. Где они? Они просто застряли. Как мне сдохнуть-то? Как мне сдаться? Помогите. Что за бред? Вот это что такое? Оп-оп-оп-оп. И я продул. Так. Ща. Да блин. Нет, так не работает. Оп. Как вам такое, пацаны? Только не говорите, что не нравится. Ну вообще. Что мне делать-то?
Тут вот написано то, что большинство может сдуть ветром, но их и сдувает. А тут про этот фрукт. Серьезно? То есть на эту кнопку? Два пацана есть. То есть вот этих сдувает, этих не сдувает. Сначала... Так, стоп. Как тут сначала? Так, спите. Я съедаю. И вас не сдувает. Сразу бы сказали, какую кнопку надо нажимать. Столько времени потратил на этот простой уровень. Девятый. Ой, ладно, пойдем. Блин, они их хагрят. Я считерил, что ли? Ко мне. Ладно, десятый. Все равно. Как много надписей. А что эти умеют? Ага, они поджигают. Только это что-то не горит. Блин, ну вы чего дохнете? Ко мне. Ко мне. Ко мне. Все ко мне. Не расходимся. А где они? А вот. Так, чтобы мне туда попасть, мне надо вот так проходить. Ладно. Окей. Да ну нет. Ай. Все черепушки вылупились. Что за глупая подсказка? Контроль, население, Мугу, сложный баланс между неизбирательными убийствами и тщательным совершенствованием. Как мне балансировать-то, как мне их оживлять? Стоп, может вот это можно сжечь? Блин, ты чё не ставишь? Как-то у меня не задается с этим уровнем. Их ведь как-то можно размножать. Вот тут надо очень долго ждать. 19 в этот раз. Как они размножаются-то? Объясните мне, пожалуйста. То есть минус 3... Просто на эту фигню.
Горит это, горит то. Мне еще целую кучу всего надо поджечь. Точно не это. Может... Они сами не горят, что ли, от этого? Ну, зашибись. Да, блин. О, нет. Девятнадцать. Я так и не понял, как они здесь размножаются. Ну зашибись. Как я достану эту черепушку-то? У меня получилось. Только они все сгорели. Отлично. Я так сразу и подумал. Но у меня почему-то не получалось нифига. Все, сейчас все будет. У меня их целая армия. Главное, чтобы их слишком много не стало. А то один раз я из-за этого проиграл. На другом уровне. Эй! Черепа! Сразу это сломаем. И еще есть 4 преграды. Но, в принципе, можно их даже не размножать. Мне должно этого хватить. Просто у меня не всегда срабатывало с черепами на других уровнях. Я здесь протупил. Но все заработало. Хотя тут полно же багов в этой игре. Взять тот же первый уровень. Там просто карта не до конца проработана. Там можно упасть так, что... Ты этот уровень не пройдешь. 11-й. Монстры убивают эту фигню. Это монстр? Да блин, бабка кривая. Что за звуки такие? Все, убил. Доволен, мы пойдем. Мы пойдем. Пацаны, ко мне. Ой. Ты всех профукал. Не туда нажимаю.
Нет, ко мне. О, круто. Прочитал подсказку. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. На. Дерись. Блин, они не долетают. Я тут ничего не могу разрушить. А почему он успокоился? Ну что вот мне делать с этой подсказкой? Что это значит? Но ты непобедим. Монстр их убивает. Та фигня не взрывается. Воюем с ним, воюем. Может, он забагован, потому что куда он бежит? Вот это я пожечь никак не могу. Здесь мне делать нечего. Мне кажется, он должен из стороны в сторону бегать, потому что тут тоже есть углубление. Для чего? Не просто же так. Мне кажется, он должен бежать туда-сюда, туда-сюда. И в это время я должен подбежать. Ну или стоп, я сдохну от него, нет? Там вот растение есть. Ясно. Это как-то глупо. Мне кажется, это забагованный уровень. И должно быть все здесь не так. Растения я там не сразу увидел. Опять бесполезная подсказка будет, да? Лучше я сам все проверю. Он дохнет. Да, дохнет. Вот это кто? Ой. Опа. Опа. Ну, пацаны. Ну, пацаны. А я там дохну? Или я пройти не смогу просто? Ну вообще, вот так бабка. Мне надо вот это поджечь. Вот сюда можно бросить фигню. Сгорит. И потом там какая-то подсказка. Я не могу вот одного пацана взять. Жаль, она бегать не умеет. Ща. Быстрее, быстрее, быстрее. Пацаны, ко мне. Ой. Я хотел одного бросить. Ждите. Ну блин, у меня много сдохло. Мне не хватит. Да, надо перезапускать. Так, спите. Нет, не спите. Одного бросаем.
Жаль, черепушки не остаются. Теперь спите. Ну, я так и понял, что он будет их есть. Кстати, каких он жрет? Да ё-моё, ну... Ко мне. Все ко мне. Хватит есть. Да, блин, не та кнопка. Я все профукал. Отстой какой. Ко мне. Блин. Я постоянно забываю детали. Теперь стойте здесь. Бабку колбасит там вовсю. Бабка, успокойся. Поджигаем. Все ко мне, почему вы разбегаетесь? Да, но нет. Я могу их просто перекинуть. Блин, он их сожрет. Не та кнопка! А он может одновременно двух есть? Я думал, только по одному. То есть он просто может взять и вот эту толпу съесть. Отстой! Да ну бабка глючная, старуха. А ты чего прешься? Ох уж эта бабка. У нас остается 6 пацанов. По сути, их здесь не сдувает, и они, надеюсь, не сгорят. Я могу их туда быстро перекинуть. И пройти. А поджечь я не смогу. Нужно 3. Но это и так горит, я заметил, когда вблизи вот эти уроды, да? Все, я прошел целую кучу уровней. Половину игры. Больше я, наверное, в нее играть не буду, хотя кто знает. Посмотрим. На этом все. Пока.